Вас приветствует Настя Кальченко. И сегодня мы с вами спечем шарлотку в мультиварке. Нам понадобится 1 граненый стакан. Мука тоже 1 граненый стакан. 4 яйца. 4 яйца. Яблоки. 4 штуки. 4 штуки. И маргарин 10 грамм, и ковш из-под мультиварки, и миксер. Вот. Дальше, что это? Вбиваем яйцо в миску. Сначала вбиваем на яичко. Вот сверху видно что-то хоть? Да. Все 4 штуки. Добавляем сахар. Снимай. И перемешиваем это все миксером. Перемешиваем. Сначала так, а потом миксером. Перемешиваем опять миксером. Чисто очень простое. Говорите. Чисто очень простое. Стакан муки, стакан сахара, 4 яичка. Взбиваем. Все это взбиваем, и получается тесто. Взбили до однородной массы. И все. А теперь берем яблоки, которые мы подготовили, 4 штучки. Насыпаем пару ложечек сахара в него, в яблочки. Перемешиваем с сахаром. Берем наши 10 грамм маргарина. Снимаешь или нет? Насыпаем в ковш. Ковш. Его смазываем, этот ковш. Внутри. Вот. Папа, возьми свою руку. Теперь мы на дно высыпаем яблоки. Яблоки. Разравниваем ровненько. Берем наше тесто. Выливаем сверху хорошенько тесто, чтобы покрыло все наши яблочки. Вот. Равномерно, чтобы оно покрыло тесто все наши яблочки. Ну, где-то не покроет, может быть. Потому что тесто, оно пропечется нормально все равно. Вот. Оно по ходу выпекания распределится, это тесто. Отлично. Открываем мультиварочку.
погружаем ковш, ставим меню на выпечку. 2 часа здесь. 2 часа нам как бы не надо. Мы на час ставим сразу. Все, выпекаем. Вот такая красота получилась у нас в итоге. Вот. Мы снимаем это все дело. Вот. Кладем красивое блюдо. И переворачиваем. Переворачиваем. Получилась вот такая вот красота. Все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал и не забываем писать комментарии.